Так, к нам приехал Уилсон Фикс. Не Фикс, а Фиск. В общем, амбал. Большая фигурка. Я не видел маленького, кстати, Лего. Потому что все-таки это же амбал. Такой вот гламурненький. Гавайская здесь рубашечка. Стильный товарищ. Так, вот его голова. Бруталити. Здесь это... Ну, будет посох с бриллиантом. Разберемся, как его собирать. Так, руки. Вот такие вот мощные, как мускулы. И здесь еще запонки. У него все... Все как надо. Собственно, рука собирается. Здесь кулак двигается. Так, сама рука на плюсике идет. Вот здесь вот собирается плюсик. Кстати... Вроде глубоко поставил, сейчас посмотрим, насколько он там хорошо зайдет. Как-то вот так, что ли? О, все потуже. Все, чтобы было. Не было зазорчиков никаких. Так, вторая рука тоже на плюсике. Кстати, достаточно так крепко держится. Так, одеваем. Сейчас прижмем аккуратненько. О. Хорошо. Так, рука. Отлично. Так, голова просто ставится здесь на штифт. Она, кстати, здесь не двигается, голова. Такой получается амбал. Вот когда двигаешь, например, вверх или еще что-то, здесь небольшой такой получается зазор. Вот здесь вот видно. Ну, в принципе, это чтобы руки двигались, такая, наверное, необходимость. Так, что у нас здесь? Здесь, видимо, ставится бриллиант. Сюда, как я представляю. Или нет. Или, наверное, сверху ставится вот эта часть. Держатель, наверное, для бриллианта. Сюда сам бриллиант. Вот так вот. Как набалдажник мощный. Ставим сюда этот элемент. Вот, получается, у него. И, собственно, в руку. Так, улетело. Видимо, сильно было. Напряжение, но тут, скорее всего, может даже вот так. А, ну да, просто сверху ставится. И все. Вот такой вот получается амбал. Здесь сейчас посмотрим. Ниже опустится. Да, вот все, до щелчка. Тут у него ставится. Можно микрофон, можно и петь, можно сражаться. Это можно убрать. Если сравнить с Человеком-пауком по размеру, то вот, в принципе, тут видно, наверное, наглядно, насколько он большой.